Экс-директору детского лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну и его заместителю выдвинули новые подозрения в завладении деньгами сотрудников коммунального предприятия. Как считают в прокуратуре области, подозреваемые с января по август 2017-го фиктивно, лишь на бумаге, трудоустроили в лагере 6 человек. Таким образом, присвоили себе деньги городского бюджета. Деньги якобы снимали в одном из банкоматов Киевского района Одессы. Согласно выводам экономической экспертизы, ущерб от действий руководителей коммунального предприятия составил больше 120 тысяч гривен.